Думаете, стоит ли бояться роботов? Владимир Ильич, пока вы не успели ответить, еще у нас есть одно видео по этой теме, очень впечатляющее. Предлагаю посмотреть. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но что касается искусственного интеллекта. Да, вот это мой первый двойник, кстати сказать.